Короче, мне рассказали, что в Таиланде, блядь, тарантулы настоящие есть. Эти змеи гремучие, как у нее еще такая шея широкая, такая. Встает и такая. Вот так делает, она еще как кусает, яд у нее проникает под кожу. В Таиланде такие змеи есть, я вообще обалдел. Там еще эти игуаны ебучие ползают. Кобра, кобра, да. Короче, а как мне выжить-то в Таиланде? С моим везением я буду спать, ко мне в номер залезет, ёбаная анаконда большая. Задушит меня анаконда. Смотрите, в Таиланде вот такой хуйни очень много. Вот это я, блядь, на первый день отдыха. Я ж вообще змей боюсь, у меня аж мурашки по телу. Прикиньте, тарантул. Тарантулы, блядь, там ползают в Таиланде. Прикинь, я проснусь, у меня в номере тарантул меня укусит. Что мне делать? Я умру. Еще там игуаны есть. Вот, ну игуану... Я бы с игуаной заколабился. Я бы игуану погла... Смотрите, какая она крутая. Бог, если даже укусит, они не ядовитые. Вот игуана топ. Я бы ее каким-то листочками, ягодками покормил. Вот игуаны очень красивые. Я думал, я сейчас в Тай полечу, и как бы меня кто узнает, я смогу без футболки плавать и так далее. Не дай бог. Какая там мразь, ебаная, меня сфоткает в Таиланде из-под тишка. Клянусь, если какая-то мразь меня в Таиланде из-под тишка с моим пузом, сиськами сфоткает, я приложу все силы, чтобы тебя найти на... И в GTA RP по правилам сервера наказать тебя, блядь. Я тебе клянусь. Я буду плавать в бассейне только у своего номера. У меня будет бассейн прям на выходе из номера. То есть подкался, пошел поплавал, зашел в номер, похавал роллов, ебать, похавал лобстера, пошел в Nintendo Switch поиграл, косяка дал. Будет охуенная поездка, блядь. Мне, кстати, чел отписал, что он работает в отеле, куда ты летишь. Я прилетаю в Тай. Я просто где-то посереди моря, океана, я хуй знает что там. Найду маленький остров, блядь. Я куплю там палатку. Возьму какую-то самодельную шлюпку из бамбука. Доплыву на веслах до этого острова. Разложу палатку. Буду питаться соленой водой из океана. И худеть на солнце, блядь. Опасности в Таиланде. Фу, сука! Скалопендра ебача! Клянусь, если я увижу эту мразь, я первым рейсом лечу до дома. Если я в Таиланде, блядь, ёбаную скалопендру увижу... Нет, все, я оттуда текаю нахуй. Мафия. Но это наши братки, у них мы будем травку покупать, скорее всего, там, потому что там легалайз. Так, это не опасность, это нам идет в плюс. Воровство. А хули с меня взять, я сам воришка. Я с отеля! У меня мини-бар каждый... Блядь, вы сейчас охуеете. Короче, у меня багаж 20 килограмм, то есть могу самый огромный чемодан взять. Я ж воришка еще тот, я курди, бандит, шма, на зеленый. Вот, у меня бар будет пополняться каждый день. Я знаю, что буду делать, я возьму с собой, клянусь. Я возьму с собой самый огромный чемодан, и я буду всегда, каждый день с бара напитки складывать, вот эти тайские всякие кока-колы, и домой повезу. Обман туристов, это похуй, у меня братики есть в Таиланде, мне там все расскажут. Коррупция, блять, она есть везде, кроме России. Так, поведение. Я себя нормальный, веду аферисты. Да нет, нахуй, не надо, что мне... Зачем мне это сдать? Все хуйня. Вот этих мразей только боюсь. Многоножка, охуеть у нее ног. А как она... Я-то порой напьюсь алкоголя на двух ногах, еле до кровати идешь, у нее 40 их, блядь. Сейчас я вам отель покажу, блядь. Отзывы гостей, вы вообще подохуеете. Почему я раньше перед оплатой отеля не посмотрел, я не понимаю, блядь. Короче, смотрите, что меня ждет в Таиланде. Пики 3, все о Таиланде. 10 самых опасных животных Таиланда. Это что за мразь? Стоп, а в Таиланде там океан? Чат, у меня отель где-то тут будет. А море, Бирма море? Бирма море, акулы. Чего, блядь? Ебать, да ну нахуй! Жесткое нападение акулы в Казахстане. Откуда в Казахстане акулы? Откуда-то... Отдыхаем, короче. Красотища. Поплыл я. Давай, брат. Yeah.
Это нихуя не фейк! Это не монтаж, долбоёбы! Блять, а как мне теперь в Таиланд ебучий лететь, когда на меня такая пиздоголовая тварь напасть может? Медуза, коробочка и португальский кораблик. Это в Таиланде такая мразь плавает? На первом месте не акула и не тигр, а обыкновенная медуза с километровыми тонкими щупальцами. А медуза что, как-то вред человеку может причинить? Что за пиздец? Что за бред? Тайский змея. Вот, тварь, анаконда ебучая, королевская змея, кобра, кобра! Вот эту хуйню я боюсь встретить. Вот в Таиланде этого же реально очень много. Мои братья. Блять, если я не сделаю в Таиланде фотку со слоном, цель номер один на Таиланд — сделать фотку со слоном, блять. У меня идея. Я вообще не живодер, я вообще в принципе не одобряю, когда животных эксплуатируют и когда они находятся не на воле своей. Вот, я эту хуйню не люблю. Но мне пришла идея. Вот слон на своих четырех ногах стоит. Знаете, какую я фотку хочу со слоном? И у них такой милый маленький хвостик, как у хрюшек. Я хочу, чтобы слон вот так вот хобот сделал свой. А я вот тут вот сидел на этом хоботе. Это возможно? Меня слон выдержит, если я вот так к нему на хобот сяду? Ему тяжело не будет? Типа я против живодерства и прочей вот этой вот истории. Главное, чтобы он себя комфортно... Я хочу вот так на хобот сесть и вот так руки сделать. Ебать, это легендарная фотка будет. И сломаешь его? Кого? Хобот? Че ебанут? Они хоботами деревья ломают, блядь. Коробочка, как и продается, а? Смертельно опасные медузы. Их щупальца практически не видны в воде и жалят, оставляя огромные следы раны. А яд, который попадает в кровь, смертелен. Особенно для детей, пожилых или людей с ослабленным иммунитетом. Были ли смертельные случаи в Таиланде? Да, были! В том числе с русскими туристами. Несколько лет назад... Укуса такой медузы погиб русский мальчик в Пхукете. Вероятность встречи очень мала. Блять, с моим везением, нахуй, в первый же день, блять. Первый шаг, нахуй, в море сделаю и прям на нее наступлю! Среда обитания на юге. Я на юге буду! Смертельный, да, в некоторых случаях. Пизда какая-то. Касаемо моего отеля. Вы готовы охуеть? Еще раз повторю, кто только подошел. Я сегодня оплатил отель. Все, поездка забронирована. Официально я съебываю в Таиланде. Я буду 10 числа уже. Буду кайфовать. Буду сосать мужские писи, ёпта, видеть женских тел. Ай-ай-ай! Осуждаю, это шутка, бля, я шучу, осуждаю. Еще раз, показываю свой отель. Фотографии сделаны этими владельцами отеля, ну вы поняли, маркетологами. Вот как мой отель выглядит. Спа-зона, как бы зона похавать, перекусить. Тут небольшой ресторанчик. Короче, у меня будет первый этаж. У меня будет номер с выходом к бассейну. То есть, ну вот, бля, пизда-то, мне очень нравится, что зелено, пальмы вокруг, какие-то елки, блядь, стоят. Вот, ебать, она... Ебать, я дерево сломаю, косяду! Клянусь. Скейт-парк? Нахуй, у меня в отеле скейт-парк. Вот, у меня такой номер будет. Это выход с моего номера к бассейну. Ебать, скажите охуительно. Клянусь. Утром проснусь. Зубы нахуй не буду чистить. Дам бутылку пива просто на голодный желудок прям с утра. Бам нахуй. И щучки в бассейн. Бля, как охуенно. Вот мой номер будет. Вот он мой номер, по идее. Вот, это мой номер должен быть. Вот, ну мне туроператор кидал, это, по идее, вот мой номер. Бля, как охуительно. Пизда. Отдохнул. Перейдем к моему отелю, ребята. Я сегодня очень расстроился. Начал смотреть отзывы, блять, посетителей своего отеля. И меня привело чуть-чуть в шок, блять. Во-первых, какого хуя? Это что, блять? Это местный варан, нахуй? Это местная анаконда? Почему? Почему столько лежаков мало? Я где загорать буду, блять? Что это такое? Это, как я понимаю, чел со своей свиноматкой ебучей приехал на отдых в Таиланд, блять. Нахрюкался в баре, просто не дошел до нее и уснул, блядь, в бассейне ебучий с куфяра. Идем дальше. Реальные фотографии. Это что? Вспомните пляж, который мы презентабельный, типа на фотках смотрели. Это нахуй что? Что это за банка? Что это за счетчик на пальме висит?
Что это за матрас чей-то? Что это за пробка от вина, блядь, лежит? Вы вообще не видите это? Пробка от вина просто в песке. Вот на эту пальму я залезу, и она пополам треснет, обещаю. Это мой номер, чтоб вы понимали, блядь. Просто на секундочку. Ну просто для сравнения, блядь. Вот. Как должно быть? Как будет? Стоп, стоп, чат! Я понять не могу. Я что, блять, отель реально для скуфов каких-то выбрал? Что за скуф-отель у меня будет? Я вообще куда еду, блять? Да тут один, и мне вообще нужен никто. Я сам на себе, дальше все, твой любимый.